Привет, Страж! Это новое видео о Destiny 2 на канале Triple Vibe, и это я, Джонни Лейни, который не спит, а продолжает рассказывать обо всех фишках дополнения «Военный разум». Сегодня я расскажу, как получить абсолют-версию экзотического револьвера «Багрец». Однако часть информации будет полезна всем игрокам, которые задаются вопросами касательно абсолют экзотических пушек, поскольку вопросов на эту тему мне прилетает много. Я уже касался абсолют экзотиков в двух ранних видео, не забудьте посмотреть их тоже. Вообще, как получить абсолют экзот? Для этого нам должен выпасть специальный ресурс, такой чертеж некий, катализатор называется. Выпадают катализаторы в самых разных местах, и пока что нет полного списка, откуда какое можно получить. Мне, например, выпал такой при прохождении приключения, кому-то падал за прохождение налетов. А вот в этом видео я перечислю, где можно будет получить катализаторы на солнечный выстрел, гравитоновое копье и милое дело. После того, как вы выбьете этот самый катализатор, его можно будет вставить в пушку, и с этого момента она начнет делать сферы света точности, как и обычные пушки абсолют. Но вместе с этим у вас появится задание на то, чтобы еще и улучшить характеристики оружия. Для каждого экзота требования разные, поэтому я и говорю, что нет универсального гайда, как сделать пушку любую абсолютом. Для багреца расскажу в этом видео, если нужно рассказать и о других, расскажу, вы пишите только в комментариях. Итак, для багреца таким заданием станут убийства в голову. Много убийств в голову, так что нам нужно найти место, где это сделать быстрее и проще. Таким местом для вас может оказаться рейд Левиафан. Просто в одного залетаете на корабль Императора, добегаете наверх, встаете у активной платформы первого этапа и фармите бесконечно бегущих на вас кабалов. Около 20-30 минут и абсолют ваш. Довольно просто, учитывая то, что оружие еще и с помощью экзотического перка будет автоматически перезаряжать обойму при убийстве в голову, а то и ваше здоровье подхиливать. Улучшением револьвера будет почти максимальная дальность стрельбы, вот прирост для сравнения наглядного, так что оно того стоит. Кстати, скоро, очень скоро, на канале появится обзор на этот револьвер. Так что не пропустите его, подпишитесь для этого и прожмите колокольчик. Услышимся с вами скоро. Счастливо!